потому что ждем тех, кто замерз, превращается в сосульки на ходу. Но тем не менее, мы вас очень-очень рады видеть, очень рады начать наш концерт. Ура! Несмотря на то, что холодно, вы здесь, это замечательно. Это наш списочек, я буду в него поглядывать. Дорогие друзья, для начала позвольте вам представить музыкантов, которые сегодня для вас будут играть. Итак, на клавишных наш незаменимый, наш чудесный Дмитрий Лукдин. Это тоже, конечно, очень незаменимый, любимый Евгений Шариков, бас-гитара. Дорогие друзья, с удовольствием вам представляю барабанщика, который интересен, который особенный. Он не так давно в Москве, но замечательно, что он с нами. Я думаю, что то, что он здесь, это надо особенным образом отметить, поддержать. Мы ему пожелаем остаться здесь и парить, и творить. Это Арсен Нерсесян, вот он. Особенно линии будем поддерживать. Меня, по-моему, так же зовут, еще не поменяла я ни имя, ни фамилию. Всегда ваша Анна Королева, дорогие друзья. Добрый вечер. История полетов. История полетов, гавань ветров, бушующие волны, очень холодные ветры, но это не мешает мечтам. О полетах я люблю. Thank you.
целых три песни о полетах, о мечтах. И сейчас мы хотели бы немножко отойти в другой истории, в другую сторону. И это называется «Human soul didn't know about Greece». На самом деле времена меняются, а истина не меняется. Истина в том, что все, что сделано с любовью, никогда не забывается. Все, что сделано с другими вещами, никто не помнит. Все это рассыпается в прах.
полетов продолжается, и сейчас прозвучит песенка, тоже новенькая, она называется «You Can Fly». Thank you.
Спасибо, дорогие друзья. Наша нежная история полетов продолжается. Я хочу пригласить на эту сцену юную певицу, юную артистку. У нее здесь дебют, у нее премьера. Давайте ее горячо поддержим. Эту прекрасную барышню Вероника Дубинская. Давайте ее встретим, располагается. Вот она. И мы останемся с ней вдвоем, мы чисто по-женски вам расскажем эту историю полетов. Песня называется «Твое сердце». Чиф, это не просто
рэпер с большой буквы, это человек, который здесь дает ему жизнь. Давайте его приветствуем, он наш гость. Это замечательно, что он приехал. Анна Королева, божественный музыкант.
мнение. А в этом нет сомнений, если речь идет о лени каждого, кто посредник между тобой и временем. В Вавилоне ты его пленник, с рождения должен денег, и лежит твой гроб за стенек. Кредит доверия только под процент, зачем нам это время? Но вовремя снять линия свое же племя, это не дело, но лишь потери. Я верь, продолжай свой род вперед, но только силы зверя. Это примерно верить я была, не открывая экстрафола. Если не видишь там угла, что ищет выхода, ведь жизнь это дана как истина, все остальное мистика. Душе природы нет суда, ее критика действует всегда, даже когда ты ведешь себя как полный чудак. Мое дело рассказать, что и как. Так просто остановить зло, если видишь, как вор плоский. Должна быть хотя бы одна вещь, не своя, правильно? Но это такая красивая песня, мимо нее пройти невозможно. And it hurts like, hey, baby face. Смотри, не нагуляй. Почему все микрофоны сюда падают? Oh, 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 oh.
Thank you.
все еще сидит до сих пор. Дорогие друзья, все время забываю сказать, что там на главной стрелке есть наши подборки времени. Больше его нет нигде, блин. Ну, имеется в виду физической формы, да. А так вот смотрите на iTunes и Apple, кстати, как приложение Android, Apple, все это. Можете скачать бесплатно, чему я дико рада, что его можно вот-вот-вот. Бесплатно скачивайте, слушайте на здоровье, там картинок полно и вообще. Все это сделано большой любовью и специально для вас. А сейчас I Care About You, Baby, Баллада. Thank you.
Дорогие друзья, у нас есть песня на русском языке. Она новая совершенно, и я очень рада и счастлива, что сегодня вам можно представить ее здесь, в этом клубе замечательном, в клубе Алексея Козлова. И мы снова приглашаем на сцену нашего дорогого гостя. Это Мэтт Чиф. Давайте создадим грамотное приветствие. Мало! Все, понятно, это все. Oh,
друзья, большое вам спасибо. Мы вас ждем всегда. Не уходите сейчас, вот Magic Show, офигенная туса. Оставайтесь. Хорошей ночи. Спасибо, пока.